Наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их терпеть. Раньше все делали компьютеры. Грузы доставляли машины и беспилотники. Нам оставалось только смотреть, как они работают.
Это была революция. Практически сингулярность. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям нравилось, что мы удалили из обслуживания человеческий элемент. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть сектанты, поклоняющиеся грузом и ворующие поставки. Шакалы, выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасться. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Условиях она вряд ли в хорошем состоянии. Ничто так не портит рабочий день, как отлетевшая подметка. Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил в список припасов ботинки. Стандартная модель Бриджес, так что тебе подойдут. Всегда носи с собой хотя бы пару. Но если забудешь или попадешь в беду, то сможешь изготовить новый через один из наших терминалов. Поздравляю, Сэм. У тебя теперь есть доступ к хиральному принтеру. Это невероятно полезное устройство, работает только потому, что наша сеть использует свойства берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных. Так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни, кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово.
Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Мы добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание, а потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй.
Спасибо за ваш вклад.
Сморила, да? Заказ назначен. Сканирую. Счастливого пути. Оружие разрешено. Thank you.
справимся. Тебе.
Каспии. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Этот прибор поможет запитать распределитель через хиральную сеть. Да и другие объекты тоже. Надеюсь, что UCA с толком потратит наше электричество. Можно взглянуть? Невероятно. Как ты это дотащил? Ты летаешь? Теперь нам нужно подключение к хиральной сети. Действуй. Сети ограниченная мощность, и каждая твоя постройка ее расходует. Но с повышением уровня связи и доступная мощность также станет расти. Мы все сделали вовремя. Спасибо еще раз. Говорят, что вся твоя группа погибла. То, что ты делаешь, невероятно. Ты сам себе экспедиция. Надеюсь, у Амелии тоже все хорошо. Интересно, добралась ли она до крайнего узла? Она поручила нам электростанцию. Амелия указывала путь, а я был в барьер-гарде. Лично я с ней не знаком. Но для меня все равно было честью идти вместе с ней. Когда увидишь ее, можешь передать ей эти слова. Сэм, на два слова. Я провел эксперимент с твоей кровью. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что их активность снизилась. Это пока не точно, ведь у нас нет других возвращенцев, на которых можно провести дополнительные тесты. Но это заставляет предположить, что жидкости возвращенцев отпугивают тварей. Мама предложила создать оружие, чтобы испытать эту теорию. Прототип будет скоро готов, и тогда тебе нужно будет его испытать. Сэм, это идеальная возможность. Мы подключили к хиральной сети почти весь регион, остался только портовый узел. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда придешь, мы сможем лично выдать тебе прототип. И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы. Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Thank you.
Поздравляю, Сэм. Теперь ты можешь брать общие заказы. Естественно, они менее важны, чем заказы, выданные лично тебе. Но если тебе по пути и есть свободное пространство, то можно прихватить еще что-нибудь, так? Пусть этот груз не относится к заданию, для кого-то он может быть важным. Так почему бы не помочь? Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. В качестве награды я кое-что добавила в твой ПХК. Генератор. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники с аккумуляторами. Прочти описание.
Активация разрешена. Thank you.
Привет, Сэм. Ты, наверное, сможешь завести тот байк, если подключишь генератор. Попытка не пытка. Thank you.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Знаю, кто сделал бы больше для объединения и для помощи людям. Сложно поверить, что ты один. Мне кажется, что великий доставщик — это небольшая армия. Потому что если кто-то попал в беду, ты всегда приходишь на помощь. Думаю, что ты и правда сможешь добраться до побережья. Удачи. Я буду болеть за тебя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляни. Если оставишь лишние материалы в комплексе, они добавятся к его запасам. Потом с их помощью ты можешь изготовить что-нибудь в случае необходимости. Но помни, у каждого комплекса свое отдельное хранилище, так что запасы везде разные. Не увлекайся. Thank you.
Спасибо за ваш вклад. Сканирую. Счастливого пути. Оружие разрешено. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес.